Здорово, соседка. Здорово, Степанович. Залечь собралась? В Москву. О как. Что, по делам? Или грусть, тоску развеять? Не знаю, Степаныч, как пойдет. А, ясен паровоз. А надолго нас покидаешь? А ты что, скучать будешь? А то ты не знаешь. Может, я хоть на дорожку тебя угощу пирогами. Сам пек, с яблоками. Прошу. Думаю, что в Москве ты такие точно не купишь. Бедовая ты девка, Настюха. Может, мужичонка какого там себе сыщешь, ладного? Ну, Степаныч, ты все об одном. Ну, нельзя бабе одной. Опора нужна. Ну, ты вроде не уродина, не глупая, а без семьи все. Ну, ты сам знаешь, у нас и тут в деревне ни одного подходящего. Разве что ты. Думаешь, что не сгожусь? О, я еще, ого, кремень. Гордая ты, вся в мать. Вот. Ключи от избы. За могилой маминой присмотри, пожалуйста. Ну, могла бы это не говорить. Чай не чужие. Ну вот, такие расчеты. Итак, я предлагаю четко разграничить сферы нашего влияния. Поясните, Александр Федорович. Я имею в виду, что нам лучше участвовать в тендерах по очереди и не перебивать друг у друга заказы на строительство крупных, значимых объектов. Может быть, у вас и список такой очередности имеется? Конечно, имеется. Мы составили его приблизительно. Его можно дополнять, менять, вносить коррективы. Ознакомьтесь, Игорь Владимирович. И вы это серьезно? Вполне. А что вас не устраивает, Глеб Анатольевич? А вы как-то странно организовали очередь. Самые крупные заказчики у вас, а у нас проект с дробленным бюджетом и с разными инвесторами. Глеб. Мы говорим о том, что готовы это обсуждать. Предлагаю тайм-аут. А что здесь обсуждать? Это же очевидно. Это подлая, односторонняя стратегия. Они хотят нас обойти. А мы должны улыбаться. Глеб Анатольевич. Выбирайте, пожалуйста, выражение. Глеб, что ты действительно сегодня? Нам делают предложение, мы должны его рассмотреть. Конечно. Только без меня. Прошу прощения за инцидент. Я думаю, что нам нужно перенести встречу и продолжить наш диалог. Мы обязательно внимательно изучим все ваши предложения. Кира Георгиевна! Секунду. Володь, все в порядке. Здравствуйте. Вы, наверное, меня не узнали. Настя! Настя Акунева! Какая же ты стала! Как же ты на маму на свою похожа? Как она? Мама умерла год назад, она болела сильно. Я не знала, девочка. Сочувствую. Ты как здесь, проездом по делам? Да я так, на работу приехала, в столицу устраиваться. Ну, вдруг что получится. Понятно. Ужинала? Да, если честно, нет, Кира Георгиевна. Я же вас боялась пропустить. Меня же внутрь не пустили. Понятно, нас здесь строго. Знаешь что? Поедем. Поедем со мной, поужинаем. Я голодная, да, как Кира собака. Георгиевна, я правда, я есть-то и не хочу. У меня вот яблоки, пироги яблоки есть с собой. Яблоки замечательные. А ужинать все-таки нужно. Пойдем, не захочешь есть, посидишь со мной. Давай.
Анатольевич. Вылупился маменькин сынок. Пришел на все готовенькое, да еще и учить вздумал. Может, уступить им один из объектов? Ну, в качестве жеста доброй воли. Ну, что, например? Игровой центр «Волга». Ну, а потом через подставную фирму все равно поучаствовать в тендере. Ешь, Настенька, ешь. А что Василий Кузнец? Все так же бобылем и живет? Да какой там бобылем? Он второй раз уже женился. Да ладно? Да. Второй раз? Ну ты посмотри, какой. Степаныч его даже кабельера называет. Степаныч. Степаныч, сам ты знаешь, каким гусаром расхаживал. Бабы по всей округе дочек прятали. Господи, сколько с ним всего было связано. Однажды праздник какой-то был. Мужики его пьяненького, очень пьяненького, под белые рученьки и в соседнюю деревню, ну, в Соколово. Отвезли и прямо перед универмагом положили. Он очнулся, протрезвел, не поймет, где он. Встал креститься, зарекается, что все, больше и не будет пить проклятую. Ой, это он всегда так, и крестится. Спасибо. А ты, Настя, училась где-нибудь? Да, да. Я окончила заочно-педагогический институт и курсы компьютерные и английского. Молодчина. Преподавала? Да, да. У нас у директрисы просто дочь тоже окончила педагогический. Ну, меня и подвинули. Ну, понятно. Знаешь что, Настя? Ты завтра приходи к нам в офис. Устроим тебя на работу. При входе назови свою фамилию, тебя пропустят. Спасибо, Кира Георгиевна. Спасибо большое. Ну, не за что еще благодарить. Вдруг тебе у нас еще не понравится. А ты где остановилась? Ну ладно, это мы решим. Это вам. Спасибо. Кстати, за углом есть прекрасный супермаркет, а в холодильнике полно еды. Кира Георгиевна просила вас не стесняться и чувствовать себя как дома. А кто здесь раньше жил? Ну, вообще, это квартира Киры Георгиевны, но лет 10 назад здесь проживал ее бывший, к сожалению, уже умерший муж. Ну что ж, счастливо оставаться. Спасибо. До свидания. До свидания. Мам, привет. Ты злишься на меня из-за Горохова? Твое молчание на меня не действует с третьего класса. Мам, ну я не сдержался, сказал то, что думаю.
Бизнес — это не пятиминутка откровенности. Я тебе уже об этом говорила. И не стоит выкладывать собеседнику все, что у тебя на уме. Тем более, если это твой конкурент. Даже если он будет жульничать и нагло передергивать, я должен ему улыбаться? Будешь улыбаться, Глеб, если это нужно для дела. Не буду, мама. Все сказал? Только начал. Весь в отца. Да, кстати, отцовская квартира теперь занята. Чего? А кем? Там будет жить наша будущая сотрудница. Кто? Настя Акунева, она из Ростоков. Моя землячка. Помнишь такую? Нет, не помню. Ну, конечно-то, у нас больше по моделям и светским красавицам. Да, Марин? Ну вот, пожалуйста. Мам. А что, мам? Что, мам? Твоя жизнь крушила мать, ты теперь у нас мальчик взрослый. Да, Зоюш, привет. Скажи, пожалуйста, а ты можешь меня отсюда забрать? Да, просто я могу так напиться, что мне будет стыдно. И тебе будет тоже стыдно за меня. Хорошо, я приеду. Давай. Мам, а почему ты так ее не любишь? Иди сюда. Тебе по пунктам или обобщить? По пунктам. Но она слишком эгоистична, слишком амбициозна, но всего слишком, понимаешь? От манер до мейкапа. И вот эта звенящая репутация, которая впереди нее идет. Мама, ты безнадежно отстала от жизни, просто безнадежно. Я понимаю, что ты росла в Ростоках, в глуши, но я-то дитя большого города. Так в том-то и дело, что дитя. Вымахал вон какой, а в людях ведь не разбираешься совсем, Глеб. Но посмотри ты на эту Марину свою. Ну, она же для того, чтобы ее по барам водить и друзьям демонстрировать. Все. А жизнь прожить. Вот от начала до конца. Не тот коленкор. А можно со своим коленкором я разберусь сам? Разберешься. Конечно, разберешься. Не ты первый, не ты последний. Мама, ты просто неисправима. Ты же пришел? Эх, Маришка, Маришка, Маришка. Не на того рыцаря ты ставишь. Женщины должны ставить на победителей, иначе кто же их защитит от дракона? А дракон — это ты. Боже упаси. Какой же я дракон? Я белый и пушистый. Ты-то знаешь. Хоть я тебя расстрою, Александр Ефимович. На рыцаря ты тоже совсем не тянешь. Конечно, ты все-таки суровый со мной. Может, я заколдованный рыцарь? Может, я жду своего звездного часа, жду, когда ко мне вернется моя Маришка? И зацветет моя жизнь всеми красками? Не зацветет. Потому что ты эгоист до мозга костей. Ну да, это мой стиль. А еще я очень сентиментален. Я могу быть добрым, ласковым. Но ты это помнишь? Или совсем забыла, а? Прекращай. У меня теперь новая жизнь и новые планы.
Тебе звонят. Алло. Да, Заюш, ты приехал? Все, спускаюсь. Да. Не, ну ты все-таки неподражаем. Ты что, всех своих ухажеров займи зовешь? А раньше тебе это нравилось? Беда в том, что это мне и сейчас нравится. Вот меня можешь так звать. Я не возражаю. Я тебя расстрою. М? Заюша, это право ты потерял. Пока. Ну, беги-беги, моя принцесса. Корону не потеряй. А я по тебе соскучилась. А у тебя меня? Нет времени. Ты же знаешь, я работаю. Но примчался по первому зову. А нужно не по первому зову, а по наитию. Работаем над этим. Давай работать вместе. А еще я хочу безумного секса. И ты не отвертишься. А я не собираюсь. Просто наше с тобой гнездышко занято. Причем надолго. Это кем это? Да мало туда какую-то сотрудницу поселила. Боже мой, какая сердобольная. Раньше в этом замечено не было. Так, послушай, это моя мама. И ее нужно принимать такой, какая она есть. Все. Да, я принимаю ее такой, какая она есть. И безмерно уважаю тебя за твое почтение к родительнице. Наша новая сотрудница. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот сейчас Вика тебе все расскажет, покажет, а потом отведет в бухгалтерию, где тебе выдадут аванс. Пойдемте. Акунева. Акунева. Так, есть. Распишитесь. Спасибо. Здоровья. Приходите еще. Хороший начало. Будем надеяться. Задача ясна? Кира Прохорова и Глеб Прохоров. Наблюдение, сбор информации. Да. Глеба вы часто сможете увидеть в компании одной особы. Марины Сапожниковой. Ее тоже? Да. Хабарь. Интересно, это его кличка или фамилия? Кличка. Нужна фамилия? Нет. У него действительно такое богатое прошлое в органах. Роман можно писать. Но главное, у него обширные связи по обе стороны закона. Прекрасно. Пожалуйста, почему ты так одеваешься? М? Ты училка? Ну,
Я уж то есть, то и ношу. Да и потом, я же на работу хожу, а не на дефиле. А вот тут ты ошибаешься. Свои достоинства нужно подчеркивать, а не прятать. Ты так жениха себе в Москве не найдешь. Я никого и не ищу. Ну, я ж по доброте души говорю. Ладно, разберемся с твоим гардеробом. Слушай, я в Москве знаю одно очень классное место. Стоковый склад называется. Стоковый склад? Да, там непроданные фирменные вещи. По бросовой цене. У меня просто там соседка работает. Слушай, такие цены. А эти шмотки, случайно, не ворованные? Ворованные. Просто не хотела тебя заранее расстраивать. Но классные же, да? Стой, ты куда? Мне ворованного не надо. Верну все обратно. Да ну стой ты, подожди. Ну я пошутила. Господи, ну что ты такая наивная, да? Ну слушай, ну я же в Москве недавно, я же не понимаю. Ну что ты не понимаешь? Ну это шутка. Давай, проходи. Вот это ты устроилась. Да. Хоромы? Это все не мое. Мне на собственные хоромы работать и работать. Ну да, вывод у нас один. Замужество нас спасет. Кто о чем? Ой-ой-ой. А ты знаешь, между прочим, я знаю, что Самсонов тобой интересовался. Да, да, да. Я лично слышала, как он у Киры про тебя спрашивал. Ой, сейчас я. Да? А что случилось? А, суп есть не хочет. Ну, дайте трубочку. Мамуль, ну что такое? Конечно, я понимаю, да, я понимаю, что невкусно, пресно. Ну, надо, для желудка же полезно. Мам, ну при чем здесь сиделка? Она же не врач. Мамочка, я сейчас приеду, все хорошо. Давай. Настюш, мне домой надо. Твоя мама... Моя мама болеет. Она лежачая. Приходится сиделок нанимать. А это сумасшедшие деньги. Плюс лекарства и все сопутствующие заботы. Ну, еще Гарик. А Гарик — это твой сын? Нет, это мой племянник. Сын моей сестры. Она с мужем погибла в ДТП. А Гарика я отдала в кадетское, чтоб был под присмотром. Ну, иногда так чудит, такое утворяет, что хоть стой, хоть падай. Знаешь, если тебе нужно чем-то помочь, то ты обращайся. Не стесняйся. Хорошо, спасибо. Спасибо. Пока. Пока. Спасибо большое. Я не опоздала. Ну что ты, ты пунктуальна, как немецкая принцесса. Проходи. Проходи, Наталья. Ой, Кира Георгиевна, ну не стоило так. Так, все, мне пора. Ты меня бросаешь? Я просто сегодня маме обещал побыть с ней. А мне ты ничего об этом не говорил? Теперь говорю. А что я буду делать одна? Вспоминать? Как нам было хорошо? Нахал! Ау! Хорошо. Иди. Настя, ты вот эти грибы попробуй. Я их по рецепту бабушки своей делала. Правда, у нее они такие ядреные получались. Ну-ка. Вкусно. Моя мама тоже такие готовила. Да. Ну как ты, Настя? Как ты освоилась в коллективе? Никто тебя не обижает? Да что вы, Кира Георгиевна, конечно, нет. Вика мне помогает, если что, и подсказывает. Молодчина, молодчина, так держать.
Я, когда в Москву приехала, ой, долго привыкала. Правда. Это суета кругом, о. Но зато парни городские. Такие все образованные, культурные, воспитанные. Не то, что у нас в Ростоках. Это я поначалу так думала. Дурочка. Ой, однажды меня пригласил один в ресторан на свидание. Ну, я потопала. От пуза там наелась. Ну, прощаюсь с ним, говорю, спасибо, до свидания. Он на меня глаза свои вытаращил. Говорит, что, все? Ну, понимаешь, он на продолжение банкета рассчитывал, что если девушка на ресторан согласилась, значит, все? Про все остальное понимать должна. Смеху было. Ну, даже к участковому пришлось. Извини, я открою. Привет, мам. Привет. Это тебе. Здрасте. Здравствуйте. Знакомься, это Настя. Моя землячка и наша сотрудница. Глеб. Настя. Очень приятно. Голодный? Ну, скажу, нет, обидится. Я скажу, да, придется доказывать. А ты не доказывай. Насильно кормить не буду. Хорошо. Поставлю цветы в воду. А вы почему не едите? А я уже. А вы у нас в отделе кадров работаете? Да. Скажите, Орловский не достает? Нет, ко мне не придирается. Просто он у нас как стал начальником отдела кадров, такой важный, все проверяет. Многие жалуются. А я нет. Ребята, предлагаю перекинуться в картишки. Как любил говорить наш дед, на щелбаны. Мама, ты сейчас серьезно? Не кривись. Настя, умеете играть в карты? Конечно. Отлично. Говорят, лучшее средство для релаксации. Вперед! Спасибо большое за ужин. Все было очень вкусно и весело. Настя, это тебе спасибо. Ну, я думаю, скоро повторим. Надо же нашему Ахламону отыграться. Конечно. Ну что, рыцарь, девушку отвезешь домой? Какой вопрос? Конечно, мама. Да ладно, не надо. Тут 2 минуты до метро. Ничего. Ему полезно мозги проверить. Диктатор. Идемте. Спасибо. До свидания. Счастливо. Аккуратно там. Вы простите, что из-за меня вам так поздно пришлось ехать. Да наоборот, я вам благодарен. Так бы мама пилила. Но она же любя. Я бы сейчас так рада была, если бы меня кто-нибудь попилил. Но некому. Я слышал, вы маму потеряли. Да. 1 год назад. А кажется, будто вчера. Ну, время для меня вообще вещь непонятная. Еще вчера сбегал с уроков, а сегодня уже нужно носить костюм, корчить себя взрослого. В общем, хрень всякая. Простите, а можно сделать погромче? А вам это нравится? Да. Очень красивая музыка. Так нормально? Thank you.
Спасибо за чудный вечер. Минуточку. Сейчас. Так. Спасибо большое. Ну. До свидания. До свидания. Что, доставил девушку? Доставил. С песнями. Приставал? Ты о чем, мама? Ну, зря. Такая девушка, а ты? Опять ты за свое. Ну, может, хватит мне подыскивать невест? Можно я как-нибудь сам? Так в том-то и дело, что как-нибудь. Ты мне специально не сказала, что она будет у нас на ужине. А у тебя что, пропал вечер? Началось. Послушай, Глеб, я эту семью очень давно знаю. Я знала их прадеда, я знала деда. Я с матерью ее дружила. Это очень достойные люди. Очень светлые люди. От меня? Ты что хочешь? Я хочу, чтобы ты повзрослел. Я хочу, наконец, чтобы ты о будущем своем задумался. Ну, неужели ты думаешь, что все это мне так просто далось? Что мне с неба все это упало? Послушай, я не могу больше это слышать. Да ты ведешь себя, как избалованный, маленький, как... Да хватит, мама! Всего есть предел. С завтрашнего дня я снимаю себе квартиру. С тобой жить уже невыносимо. Марин, я возвращаюсь к тебе. Ну как, чем заниматься собой? Куролесей. Чтоб чертям точно было. Давай. Кира Георгиевна сегодня ночью умерла. Как умерла? Ну, говорят, у нее была жуткая болезнь. Она скрывала ее от всех. Мне не хотелось, чтобы ее жалели, даже сыну ничего не сказала. А он там? Да. Чернее тучи. Все распоряжения отдаю теперь Самсонов. Ты куда? Я отпросилась на пару часов. Мне сиделка звонила. Мама, приступ. Поэтому я пойду.
как-то это все не вовремя, что ли. Да уж. Оскорбящий человек очень уязвим. Мы, конечно, сходим на похороны Киры, подгоним шикарный венок, скажем нужные слова. Так, а сколько мы там находили-то? Ух ты! Почти дневная норма. Доктор будет доволен. Ну, а с Глебом что? Дадим понять, что хотим навести мосты. Предложим что-нибудь для затравочки. Там посмотрим. Ты представляешь? Гарик нас просиганул с третьего этажа. Сломал ногу. Бедный. Да бедный, он не бедный. Он балбес. Слушай, спасибо тебе большое. Ты меня так выручила, а? У сиделки какие-то проблемы. Ну, а куда ты сейчас? Сначала в больницу к врачам, потом в училище, к руководству. Молю, чтобы вы не выгнали. Так, кажется, я все забрала, все взяла. Ага. Лекарство вот. Угу. Ее покормишь, пусть ест сколько сможет, хорошо? Да. Угу. Мама, мамочка. Мамуль, это Настя. Она посидит с тобой немного, хорошо? Угу. А я скоро вернусь. Я побежала. Угу. Давай, удачи. Спасибо тебе большое. О, я опаздываю. Откуда родом будешь? Из деревни. Это хорошо. У меня мать была из деревни. Не жалеешь, что уехала? Пока нет. Но всегда же можно вернуться. Ну да. Деревня — это хорошо. Да. Простор, воздух. Все друг друга знают. Не то, что здесь, в Москве. Да. А уже время принимать лекарства. Давайте. Mm-mm. Ну ведь надо. Вот споешь, тогда я приму. Песню, что ли? Что, у вас в деревне песен не поют? Поют. Ну, хорошо, вам... Вам грустную или веселую? Веселую. Хорошо. Как деревня каждый год городских на лето ждет, а деревня вся моя... Бабка, кошечка и я. Вот так. Глеб Анатольевич, вам все-таки хорошо бы на людях бывать. Лев Евгеньевич, зачем говорить, приехали? Кирилл Георгиевна оставила завещание. Вот ваш экземпляр. Ознакомьтесь. Чего? А что такое? Это серьезно? Да, абсолютно. Да... Это бред какой-то. Это ж... Послушай, это произвол, средневековый произвол, на дворе 21 век. И вот это вот считается настоящим документом? При условии, что он вступит в законный брак с гражданкой Куневой. Да это вообще не комедия, это фарс. Тем не менее, Глеб Анатольевич, документ имеет законную силу. В противном случае вы не будете допущены к руководству компании «Кипра» и к основным ее активам. Лев Евгеньевич. Да, и прошу вас обратить внимание на примечание, согласно которому все ваши действия в отношении гражданки Окуневой должны иметь действительный характер. То есть надлежащие ухаживания, приводящие к заключению брака. Ну, мама, спасибо тебе. Я от тебя такого не ожидал. Сама себя произошла. Браво! Как вы там сказали? Должны носить действительный характер. Другими словами,
Глеб Анатольевич, все должно быть по-настоящему. Цветы, ухаживание, свидание, ну и все, что полагается. Извините, а вот перечень того, что полагается, тоже по пунктам? Шаг влево, шаг вправо, нарушение завещания? Практически. Еще один очень важный момент. Гражданка Окунева не должна знать о содержании завещания. Ну а в случае нарушения тайны завещания, завещатель оставил четкие указания. И боюсь, что вам эти указания не понравятся. Хорошая была тетка, толковая. Особенная была женщина. И помогла. И обогрела. Родные иногда даже так не поступают. Да. Ну, царство ей небесное. Да. Пусть ей там будет хорошо. Мне теперь надо будет другое жилье искать, работу. Чего это вдруг? Ну, я же здесь по доброте Киры Георгиевны была. Слушай, брось ты эти негативные мысли. У Глеба наверняка другие планы на эту квартиру. Ну, прям-таки планы у него. Прям обеднеет он без этой квартиры. Это что? Да что вы говорите, а? Это когда это мы успели? Ну-ка, ну-ка, давай, 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 рассказывай мне все подробненько. Ты подумай, Настя на память, Глеб. Давай, что ты улыбаешься? Рассказывай быстрее, мне надо бежать уже к маме домой, ну. Может, конечно, грешно так говорить, но без своей Мегеры, мамочки, Глеб теперь твой с потрохами. Ну, ты скажешь тоже. Ну, а что? Траур закончится, и можешь готовиться к свадьбе. Я сейчас просто боюсь заикаться об этом. И зря. Я же тебе рассказывала, как я своего нефтяника захомутала. Да, я помню. Ну, вот и учись. Ночная кукушка, она кого хочешь и что хочешь перекукует. Зин, ты просто стратег. И в заключение хочу сказать следующее, чтобы не возникало ненужных вопросов. Пока все не будет приведено в надлежащую юридическую форму, дела компании временно буду вести я. Хочу сразу всех заверить, все остается так же, как при Кире Георгиевне. И зарплаты тоже? Разумеется. Так что мы все продолжаем так же плодотворно трудиться на благо нашей компании, ну и самих себя. На этом все. Спасибо за внимание. Что-то работает.
Что за дурацкий день? А что случилось? Да мне нужно в два места успеть. Специально у Орловского пораньше отпросилась. Я понимаю, что все равно не успеваю. Сначала маме за льготными лекарствами нужно заехать. А там вечная очередь на полдня. Потом еще Гарику в больницу. Как у него? Осложнение после операции. Сильный отек. Самое главное, непонятно, что дальше. Врач говорит, что может остаться хромота. Ну, маме, естественно, ничего не рассказываю. Она и так за него очень переживает. Так, давай я после работы съезжу за лекарствами, а ты езжай к Гарику. Пиши адрес. Спасибо тебе. Так. Глеб, слушай, ну, я тебе звоню, но ты трубку не берешь. Я уже хотела МЧС вызывать. Какой МЧС? Что за глупости? Это не глупости. Может быть, ты тут сердечным приступом лежишь. Ну, ты себя в зеркало видел? Видел. Скажи, ты хочешь совсем себя доконать? Идея. Ну, нужно как-то брать себя в руки. У тебя есть твое любимое дело, твоя компания. Ну, компания не совсем моя. В каком смысле? Мама написала завещание. Это нормальная практика. Сейчас все так делают. Но там есть один пункт. Какой пункт? Боюсь, что тебе он не понравится. Ну, ведьма! Ну, все ведь просчитала! Ты хоть представляешь, как я себя чувствую? Да я вообще бы удавилась. Спасибо, подруга. Утешила. Ну, а что делать, когда такое коварство? А что Глеб? Он в ауте пьет. Ну, это настоящий мужской поступок. Это такая реакция, это фаза неприятия. Что? Дорогая моя, надо терпеть. Мужики, они не мы, они коня нас какой не остановят. Да, ты сейчас еще скажи, что женщины с Венеры, мужчины с Марса. Нет, мне иногда вообще кажется, что они из другой галактики. Посланы нам в наказание. Син, я тебя прошу, только давай вот без этих твоих теорий. И так голова пухнет. Ну а что теперь? Довести себя до инфаркта? В конце концов, океан, он большой. И рыбы много. Ну что ты несешь? Слушай, меня осенило. Здрасте, Настя. Здравствуйте. А я не знала, что вы сегодня придете. Да я сам не знал. А про цветы я не подумал. Ноги сами меня сюда привели. Не одобряете? Каждый справляется по-своему. Странно у нас ужин получился. Мама как будто чувствовала свой уход. Так хотела что-то наверстать, то ли устроить. Имя. Дата и год рождения. Я вот здесь вот все написала. Все хорошо?
Сложная комбинация. Если что-то не так, мы можем доплатить, сколько скажете. Я не в этом смысле. Хотя, как пожелаете, удерживать вас не стану. Что-то плохое? Я не знаю, обрадует вас это или нет, но для вашего Глеба удачным будет только второй брак. А поточнее нельзя? Вам фамилию назвать? Вы можете? Милая моя, я многое могу, но границы есть и у меня. Жалко. С фамилией было бы прям самое то. Когда моя мама умерла, я тоже себе места не находила. Как же вы справились с этим? Ну, загружала себе работой. Слава богу, в деревне со своим хозяйством этого хватает. Потом я пошла на курсы английского, компьютера, чтобы голова всегда была занята чем-то. То есть ваш рецепт – это работа? Да. Мне, наверное, лучше съехать с квартиры, да? Почему это? Ну, неудобно как-то. Кому неудобно? Мне. Я же, получается, задарма там живу. Как-то неправильно. А? Что? Что я опять не то сказала? Задарма. Я это слово слышал только от мамы. Дурочки, получит мамину компанию, а потом разведется. И женится уже на тебе? Да. Только по-настоящему. И это будет как раз второй счастливый брак. Точно. Такого мужика упускать нельзя. Только согласится ли он на все это? А у него нет выбора. Ну, пойдем, пойдем. Гуляй. Хороший, хороший пес. Обожаю эту породу. У вас тоже Йорк? Да, была. 2 года назад умерла. Жулькой звали. Вашего как? Татошка. Хорошее имя. Любите волшебника изумрудного города? Да нет, дети назвали. Хорошие у вас дети, Лев Евгеньевич. Такие книги читают. А вы откуда знаете мое имя? А я вас, Лев Евгеньевич, очень много чего знаю. Поговорим? Да. Да. Тут главное, чтобы вязка была свободной. Вот в этом месте. А я перешла уже на такую. Пришлось забрать домой. Нужно делать новую операцию. А я что, виноват, что они не могут с первого раза сделать все как надо? Привет, бабуль. Привет, дорогой. Выпороть бы тебя. Да вижу, тебе уже и так досталось. Знакомься. Моя подруга Анастасия Петровна. Ну, какая ж я Анастасия Петровна? А кто ж ты ему? Пусть Настя мне своих подружек называет. Ну, привет, наслышана о тебе. Да уж. Представляю, как меня тут расписали. Ой, прям-таки расписали. Ладно, Джек Попрыгун, иди давай переодевайся, я тебе поесть разогрею.
А что разогреешь? А разогрею тебе твой любимый плов. Спасибо. Пожалуйста. Специально, между прочим, как хорошему мальчику готовила. Теперь надо искать врача, чтобы не осталось хромоты. А где его искать, я ума не приложу. А я слышала, что у Бурова есть сестра. Она работает в клинике хирургом. Она спортсменов лечит. Да? Ну, давай к ней обратимся. Ай да Кира. Ай да молодец. Даже с того света рулит своим сынком. Ну, долго ты еще? Мне до нормы еще 1000 шагов осталось. Не обращайте внимания. Нотариуса не сильно напугали? Инфаркт его не хватил? Я был предельно аккуратен. И он просто так взял про завещание все и вывалил. У него жена, дети. Он же разумный человек, в конце концов. Надо сделать так, чтобы Глеб не смог выполнить условия завещания. И у него, конечно же, есть идеи. Есть идеи? Есть. Девушка, не скажете, который час? Ну, у вас же есть мобильник, посмотрите. А что так невежливо? Критические дни. Что, нравится бутербродом, да? Ты чё овца векнула? А я вас не боюсь. Ходите стаями, как шакалы. Что, страшно было одному на улицу выйти? Ты чё, тварь бордовая? Эй, пацаны! Нехорошо девушка бежать. Ё-моё, у нас тут герой. Не жалко тебе? А чё именно? Костюмчик твоего. Пошёл назад! Эй, отпусти! Быстро ноги в руки свалили отсюда. Мы тебя ещё встретим. Пистолет тебе не поможет. Ничего не успели сделать? Нет, не успели. Спасибо. Роман. Настя. Очень приятно. Очень приятно. А вы всегда такой заступник? Ну так, только по вторникам. Давайте провожу домой. Да. А то вдруг вернуться. Ладно. Чем вы занимаетесь, Роман? Архитектурой. Я архитектор. Архитектор? Да. А пистолет? А если бы у них настоящие пистолеты оказались? Да нет, таких придурков не бывает настоящих. Ну, максимум ножи. Ну, ножи вообще-то тоже опасное оружие. Вообще-то я мастер спорта по боевому самбо. Да вы просто находка. Ну, хотелось бы, чтобы было так. Ну, вот мы и пришли, это мой подъезд. Ух, жалко. Я думал, дорога будет длиннее. На чай не напрашиваюсь, все равно не позовете. Поэтому приглашаю на ужин, допустим, завтра в ресторан. Поймите, Роман, я очень вам благодарна за ваш смелый поступок. Но у нас ничего не получится. Настя, дайте мне один шанс. Даже полшанса. Роман. Понимаете, дело не в вас. Вы просто не в моем вкусе. До свидания. А мне гадалка сказала, что у тебя второй брак будет счастливым. Ты что, веришь в эту тумбу-юмбу? Верю. А еще я верю в нашу с тобой любовь и верю, что мы с тобой, несмотря ни на что, должны быть вместе. Марин, я просил тебя никому не говорить про завещание. Ты рассказала Зине. Я не рассказывала Зине. Ты что, считаешь меня идиоткой? Ты скорее себя считаю идиотом. А может быть, ты просто разлюбил меня? Ну ты с ума-то не сходи уже. А я схожу с ума. Я схожу с ума, а ты как будто этого не понимаешь.
Ну, я согласна на твой фиктивный брак. Я согласна терпеть рядом с тобой другую женщину. И все для того, чтобы ты не остался с голым задом благодаря своей сумасшедшей мамаше. Мою маму трогать не надо. Милый, ну прости. Прости. Ты же понимаешь, что она просто не оставила тебе выбора. А если я откажусь от всего? Ты за меня выйдешь? А ты как думаешь? Вика! Здравствуйте, Владимир. Ну, что же вы, сами-то не подошли. Я всю ситуацию объяснила. Значит, мы поступим так. Я поговорю с сестрой и дам вам знать, когда она сможет посмотреть мальчика. Идет? Да, конечно. Мы сделаем все, что вы скажете. Ну вот славно. Спасибо вам. Да ну что вы, не за что пока. До связи. Вот видишь, а ты говорила, ничего не получится. Ну, клиника-то платная. Потянули я по деньгам. Давай пройдем обследование, а потом посмотрим. Да, ты права. Если я правильно понял, вы предлагаете некую... Пожалуйста. Некую усложненную пирамиду. Привлекаете вкладчиков на весьма выгодных, но на практике нереальных условиях. Ну почему же нереальных? Потому что если их выполнить, проект становится убыточным. А на это вы пойдете вряд ли. Убытки никого не радуют. А когда припечет, наступит искусственное банкротство или еще какие выкрутасы. Все это смахивает на аферу. Ну зачем же так? Возможно, это и напоминает, как вы выразились, пирамиду. Но давайте не будем доводить дело до абсурда. Свои обязательства мы привыкли выполнять. К тому же вы сами знаете, что это достаточно распространенная схема привлечения клиентов. Все мне это кажется весьма сомнительным предприятием. Бизнес, Глеб Анатольевич, это когда выгодно. А мне такая выгода не нужна. Вы думаете, ваша мать поддержала бы вашу категоричность? Сейчас решение принимаю я. Ой, Ли. А что вы хотите этим сказать? Это значит, что мы делаем вам предложение авансирования. Полагаясь на ваше предпринимательское чутье. А можно поконкретней, без тумана? Да, конечно же, нет. Подождите, давайте не будем горячиться. Глеб Анатольевич, я хотел бы предложить вам не торопиться с ответом. Сказать «нет» вы всегда успеете. А зачем на завтра откладывать то, что можно сделать сегодня? Я говорю вам, нет. Привет. Здравствуйте. Как дела? Нормально вот. Работаю, папки ношу. Вот хорошо. Я вот тоже сегодня решил на работу прийти. Правильное решение. Надеюсь. Что насчет вечера? Извините, не поняла. Я имел в виду, что вы сегодня делаете вечером? А вы почему интересуетесь? Хотел пригласить вас в ресторан, но не знаю, какую кухню вы предпочитаете. Я вообще-то... Вы сегодня свободны? Да, я свободна, но я не разбираюсь в кухне. Это лучший ответ, который я мог услышать. Я за вами зайду 8 часов,
А по дороге мы определим уже, какая кухня. Договорились? До встречи. А что происходит? Ты колдунья? Я сама не знаю, что думать. Что тут думать? Они в этом все не оригинальны. Тебе он хоть нравится? Понятно. Значит, она тебя отшила. Да нет, она просто не соглашается на свидание. Но я обещаю, я применю свою проверенную технику, и она не устоит. Послушай, а ты правда идиот или деньги не хочешь возвращать? В смысле деньги возвращать? Ты думала, я тебе просто так плачу? Вы поймите, она дремучая. Как работать? Ты сейчас у меня спрашиваешь, как работать? А кто из нас жигало? Кто из нас кого уверял, что может совратить даже, господи, прости, мать Терезу? Слушай, ему сейчас его наглую рожу, я эту наглую рожу красиво разобью! Отсюда, чтоб тебя не видели! Куда мы катимся, Ираклий? Жигало! И то проблема. Вот терпеть не могу все эти вычурные названия. Ну, что же тогда выбирать? Методом тыка. Куда палец попадет, то и выбираешь. А что в таких случаях говорит официант? Да, одно и то же. Прекрасный выбор. Здравствуйте. Меня зовут Юрий, и сегодня обслуживать вас буду я. Здравствуйте. Здравствуйте. Принесите мне, пожалуйста, хариус соби. Хорошо. А вам? То же самое. Прекрасный выбор. Я же говорю. Ну, а если он принесет что-нибудь то, что нам не понравится? Ну, пойдем в другой ресторан. Проделаем то же самое. Вдруг нам там больше повезет. Так что, развлекаются все богатые? Некоторые точно развлекаются. Сейчас. Секундочку. Орел или решка? А что на кону? Танец. Ну, а разве здесь танцуют? Да еще как танцуют. Так на что ставим? Орел. Орел танцуем, решка нет. Как твое первое свидание? Да ничего особенного. Мило поболтали. Приятная девушка. Милая, приятная девушка. И ты с ней танцевал? Я просто хотел, чтобы все было натурально. Все-таки первое свидание. И что, ты ничего не чувствовал, когда она к тебе прижималась? Марин, я живой человек. И глупо отрицать, что Настя привлекательная девушка. Теперь она уже привлекательная девушка. Ну, мы уже договорились. Угу. Я хочу танцевать. Thank you.
что, на лбу что-то написано или с одеждой что-то не то? Хуже. Света из бухгалтерии видела, как вы выходили из ресторана. Понятно. Черт-те что, наверное, уже про меня болтают. Неудивительно. Завидую. Подумаешь, ну сходили, ну свидание. Но это же ничего еще не значит. Ты знаешь, какие дамочки за ним бегают? М? Мне плевать, я не бегаю. Ну-ну. Хорошо танцует. Да уж. Ухаживает, значит. В свет выводит. Продолжайте наблюдать. Особые распоряжения будут? Пока нет. Это вторая, Марина. Она тоже была в ресторане в том. Что делала? Да то же, что и я, следила. И еще крепко выпивала. Спасибо, будьте на связи. Ты можешь рассказать этой Насте все про Глеба Анатольевича? Можно, конечно. Настя, Настя. Кто знает, как она поступит? От этих провинциалок все что угодно можно ждать. Слушай, ну что я такого тебе сказала? Вообще, понимаешь, что мы делаем? А что мы делаем? Мы обманываем честную, милую девушку. А, значит, девушка уже честная и милая, да? Да при чем здесь это, Марин? Я кем после этого буду? Подлецом, мошенником, кем? Ты будешь после этого благодетелем. Ты так рассуждаешь, как будто я предлагаю продать ее в бордель. Ты хоть понимаешь, что половина баб нашей страны будут счастливы вот так вот выйти замуж? Чтобы хоть чуть-чуть, хоть немножечко пожить сытой, нормальной, комфортной жизнью. Чтобы было что вспомнить о старости лет. Что ты за бред несешь, Марин? Это не бред. А, ну ты просто не знаешь, как живут люди в нашей провинции. О чем они мечтают? Как зарабатывают себе на жизнь? Глеб, ты понимаешь, что это единственный шанс нам быть вместе? Понимаю. Ну и что теперь? Ну, значит, завтра ты сделаешь все так, как мы договаривались. И не волнуйся ты за эту девочку. При любом раскладе ничего плохого ты ей не сделаешь. Я же тебя знаю. Знаешь. Я сам думал, что знаю себя. Жалеете, что согласились? На рыбалку? Да. Да, по-моему, для второго свидания самый раз. К тому же слово «женщины» — закон. А по мне, так здесь здорово. Ну, да. Свежий воздух и красиво очень. Ой, у вас клюет. Ну, резче надо подсекать, резче. Ну, слушайте, ну я... На рыбалке был последний раз, в 6 классе. Ну и как, удачно? Да я уж не помню. Так. А знаете что? Что? Давайте-ка перекусим. Так мы же еще ничего не поймали. Как, а это что? Ну вы что... Вы меня смешите. Это похлебка для нищих получится. Ну, придется довольствоваться тем, что имеем. Выходи за меня замуж. Замуж? Да. Я все равно собирался сделать предложение и думал, что тянуть. Но мы ведь еще даже не целовались с вами.
Для первого поцелуя достаточно? Ты меня любишь? Сказать люблю? Это же всего лишь слова. Можно легко обмануться. Ну что теперь делать? Слушать свое сердце. Ну так, каков ответ? Мне нужно подумать. Но я буду слушать свое сердце. Это хорошо. Господин Чун готов вложить свои деньги в строительство торгово-развлекательного центра, который на сегодняшний день будет самым большим в столице. Но ему нужно, чтобы земля под застройку принадлежала одному владельцу. Это для нас не проблема. It won't be a problem. Да, это место вот здесь. Очень удачно выбранное место. It's a very good choice. Yes, this palace is very nice, but this part of land of palace not used for company. It can be keep for a company. It can be a problem. Ага. Господин Чун говорит о том, что это место принадлежит не вам, а компании Киипро. И это может стать проблемой. Ну, формально, да. На самом деле мы уже ведем переговоры о его приобретении. Это займет несколько дней. Yes. We have almost agreed. It's a question of a couple days. Let me know if problem solved. For money, this will be comfort. Ага. Как только все формальности будут урегулированы, дайте нам знать. Окей. Конечно. До свидания. Goodbye. До встречи. Что будем делать? Договариваться с Кипру. Такая сделка бывает раз в жизни. Ее нельзя упустить. Нельзя. Поэтому я поддержал твою импровизацию. Будем уламывать Глеба Анатольевича. Ну, если что-нибудь сам к нему сунется. Вряд ли. 75% участка наши. Дай ты бог. Давай подменю. Давай. Смотри, она это делает лучше, чем массажист. Ну и хорошо. Без куска хлеба не останется. У меня просто опыт большой. У мамы на одной ноге кровоток был плохой. А чем мама занималась? Ну, как и все в деревне, своим хозяйством. Надел был. А потом по молодости в колхозе дояркой работала. Ну, а потом где придется. Все же очень быстро менялось. Да. Ну, все достаточно. Кажется, отпустил. Да. Я постараюсь заснуть. Ну, давай. Хорошо. Или ты действительно мне хочешь что-то рассказать, м? Глеб сделал мне предложение. Что? Глеб Прохоров сделал мне предложение. Я в шоке. Ты на втором свидании? Подожди, что ты ответила? Что я подумаю... А! Я представляю, как он был удивлен. Ну а что, я должна была ему сразу на шею, что ли, кинуться? И что теперь?
Неужели ты откажешь? Вика! Вик! Сейчас я. Ну ты чего? Я думаю, ты спишь уже. Ты говорила, что мы поедем к новому доктору. Ну да, и что? Что там будет? Просто посмотрит твое колено. Это больно? Ну нет, конечно. Сделают снимок, изучат его. А потом операцию? Ну не сразу, но думаю, что да. Вик, а ты останешься со мной в больнице? Ну, конечно, останусь. Что ж, я тебя брошу, что ли? Ты очень похожа на мою маму. Правильно? Мы же с ней сестры. Не, не так похожа. Прежде чем мы начнем, хочу извиниться за нашу прошлую встречу. Возможно, наша напористость сослужила нам не лучшую службу. Ну, бывает, все мы люди. Знаете, как говорится, кто старое помянет... Прекрасные слова. Прекрасные. Ну, давайте к делу. Мы изучили ваше предложение о покупке части нашего земельного участка. Хочу сказать, что оно адекватное. Но мы все взвесили и приняли решение его отклонить. Отклонить? У нас появилась идея, как лучше использовать эту землю. Ах, вот как. Скажите, это ваше окончательное решение? Да. Жаль. Право, жаль. Но если я вдруг скажу, что нам известно... Думаю, позиция Глеба Анатольевича предельно ясна. Удачи. Удачи. Я вижу, решение уже приняла. Я согласна стать вашей женой. Спасибо, Вик. Спасибо. Угу. Слушай, я в ЗАГСе не глупо выглядела. Ты что, все хорошо было? Я так волновалась. Боялась, что что-нибудь не то скажу или вообще в платье запутаюсь и упаду. Прекрати волноваться. Береги себя. Впереди вообще-то еще брачная ночь. Волнуешься? Да.
Спасибо тебе. За что? Ну, за все это, за праздник. За то, что встретил меня и выбрал. Я тебя очень-очень сильно люблю. Молодожены, ну где же вы запропастились? Шампанское стынет. Ну? Я сейчас. Я подумала, хорошо, что наша девочка сирота. Ни мам, ни пап, ни толпы родственников. Почему? При разводе удобнее будет. Спасибо. Ну, давайте. Ура! Ура, 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 ура! Ты им цветы послал? Да, заказал шикарный букет. Молодоженам от чистого сердца. Как себе. Кстати, может, тебе еще раз попробовать? Бог Троицу любит. Нет, спасибо. Двух попыток достаточно. Не семейный я человек, к сожалению. Чего ж так мрачно-то? Ну, а что веселиться-то? Помру в одиночестве, как пес. Ну, зато в золотой клетке, на бархатных подушках. Это да. Все равно в одиночестве. Спасибо, что приехал. Так, подруга, ты что-то совсем расклеилась. Я гнусь, но не ломаюсь. Как все прошло? Так все плохо? Нет. Неплохо. Миленько. И культурненько. Пресненько. Ну, это для тебя пресненько. Главное ведь, чтобы им понравилось. А свою свадьбу забабахаешь, как хочешь. И забабахаю. И еще все умоются. Бандерлоги. С тобой все хорошо? Все в порядке, я сейчас выйду. Ты мне такой очень нравишься. Какой? Немножко растерянный.
А что это ты делаешь? Завтрак для любимого. Вообще-то утром я пью только кофе. И все? Угу. Но учитывая, что это первое наше утро в качестве мужа и жены, я готов съесть все, что угодно. Я хочу знать о тебе все. Я хочу запомнить каждое мгновение. Я тоже. Ну, значит, женихом не прогадала. А на работу когда выйдешь? Ты с ума сошла? А как же свадебное путешествие? Сейчас у Глеба напряженка на работе. И поэтому мы решили отложить свадебное путешествие. Да. Ну, может быть, на море. Да. Но это Глебу ведь решать. Ну, ты скоро? Минуту, я готова. Мы собрались покататься на катере. Ну все, давай, пока. Целую. Вот список самых перспективных проектов. С моими комментариями. А перспективных по чьему мнению? По моему. То есть вы решили обойтись без помощи экспертов? Ну, в отдельных случаях я делал расчеты сам, лично. Их результаты более чем очевидны. А, понятно. Ну хорошо, я ознакомлюсь с этим, конечно. А потом все-таки пошлю экспертам. Ну, хуже не будет. Как скажете. А теперь я хотел бы посмотреть объект. Прямо сейчас? Да, прямо сейчас. А что? Что-то не так? Нет, просто... Хорошо, поедем. Мне позвонить туда? Нет, звонить не надо. Мы нагрянем сюрпризы, мы увидим реальную картину, а не красивые отчеты на бумажках. А раньше вы не очень любили выезжать. Это было раньше. Ну что, вперед? Теперь-то, я полагаю, мои шансы вернуть тебя увеличиваются. Александр Ефимович, а вы никогда не слышали о том, что в одну реку два раза войти нельзя? Ха, ну, конечно же, слышал. Но только убежден, что все-таки можно. Это что? Так, пустячок, небольшая благодарность за одну услугу. Ой, или пустячок. А можно поинтересоваться, что за услуга? Ну, конечно же, можно. Ты постарайся убедить Глеба, что он может потерять выгодную сделку, держась за брусовый земельный участок. А ты этого сделать не можешь. Ну, ты же знаешь, как он ко мне относится. Я для него воплощение зла. А это не так. Разве это имеет значение? Кстати, ты знаешь, поговаривают, что участок находится в экологически неблагополучной зоне и может резко потерять в цене. Я постараюсь. Но ничего обещать не могу. Как же я тебе благодарен. Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир Михайлович. Можно просто, Володя. Скажите, вы можете в среду? Что в среду? Ну как же. Отвезти мальчика в клинику. Моя сестра его посмотрит и сделает необходимые снимки. Да, конечно. Володя. Вот славно. А вам куда? Я могу подвезти?
Да, подвезти можно. Прошу вас. Как тебе пицца? Неплохо. Но я могла бы приготовить и лучше. Например, пирог с грибами. А у тебя будет такая возможность? Я думаю, может тебе уволиться. Заняться домом, обои поменять, шторы, дизайнера пригласить. Ну, а тебе не будет жалко? Жалко? Ну, при твоей маме же было все именно так. Да, я не подумал. И потом. Я не хочу быть скучающей домохозяйкой, которая развлекает себя шопингом и спа-салонами. И еще, что когда у женщины появляется много свободного времени, к ней в голову приходят коварные мысли. Что? Да я не ревнивый. Да. То есть ты хочешь сказать, у нас свободный брак? Нет, я этого не говорил. А что ты говорил? Глупый сказал, признаю. Какая пугающая покорность. В чем пугающая-то? Ну, потому что неискренняя. А с чего ты взяла, что неискренняя? Ты из того типа мужчин, у которых очень много тайн. А женщины это чувствуют. Ну, это не надо из меня делать графа Монте-Кристо. Я сейчас вернусь. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. 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 Анастасия Петровна. Да. У меня к вам есть серьезный разговор. А я что, я плохо работаю, да? Я плохо справляюсь? Нет, нет, что вы, я как раз хочу предложить вам повышение. Повышение? Мне кажется, вы его заслужили упорным трудом и вполне готовы к следующей ступени. Мне, конечно, очень приятно, но я думаю, что в нашем отделе есть более опытные сотрудники, которые заслуживают это повышение. Да? Кто, например? Да та же Вика Куприянова. Она трудолюбивая, исполнительная, достойный кандидат. Ну да, ну да, ну да. Знаешь что? Что? Мне ужасно нравятся эти свидания в отелях. Да? Они заводят. Либо же плохой девочкой. А скажи, плохих девочек больше любят, чем хороших? Больше хотят. А ты не одна и та же? Скажи мне, пожалуйста, а правда, что у тебя есть участок с не очень хорошей экологией? А кто тебе сказал? Горохов? Нет. Мне сказал Зинкин Хахаль. Ну, он просто обмолвился. А у тебя действительно есть такой участок? У меня есть много разных участков, но ни про один из них. С голой женщиной я сейчас разговаривать не хочу. А что ты хочешь с голой женщиной? Угадай. Как у вас постели? А тебя это так интересует сейчас, да? Я женщина. А женщины очень любопытны. Ну, кто лучше, я или она? Слушай, мне
не нравятся эти разговоры. Давай не будем. Хорошо, как скажешь. Ну что ты мне предлагаешь? Не спать с ней? Нет, может быть, я предлагаю нам не общаться, пока ты не разведешься. Фу, вот больше всего я боялся этой хрени. Больше всего. А, наши отношения — это хрень, да? Марина, тебя очень прошу, ну не усугубляй! Не усугубляй! Мариночка, остановись. Остановись. Я просто не хочу больше тебя делить ни с кем. Я устала. Первый зам Прохорова Самсонов. Заядлый игрок. Любит ставить по-крупному. Насколько по-крупному? Но ставки значительно превышают его зарплату. Вот с фортуной голяк. Как итог, долги. Большие. И очень серьезным людям. Сам напросился. Привет. Привет. Устал? Ну, сказать, что устал, как собака, соврать. А если как комнатный шпиц, так сойдет? Сойдет. Ужин готов. Ну, пахнет скорее хорошо, чем плохо. Иди уже, уставший шпиц. Стараешься быть идеальной. Я? Угу. Шикарный ужин. Поглаженные рубашки, забота, внимание. Ну, разве это плохо? Ну, меня это настораживает. Почему? Боюсь не соответствовать высоким стандартам. Но тебя ведь никто не просит. Ты хочешь, чтобы я шел вторым номером? Несравненная Анастасия и посредственный муж Глеб, который даже цветы купить не может. Ничего. Принесешь в следующий раз 2 букета. А ты какие любишь? Розовые и белые розы. Будет сделано. И флакончик духов Бруно Пасторе, пожалуйста. Я что-то такие не знаю. Да. А это те духи, которыми пахнет твой пиджак. По-моему, миленький аромат. Как ужин? А, очень вкусно. Я как раз выбирал тебе духи, весь пропах ими. Я не знал, что выбрать, теперь знаю. Ты мне на бумажке напиши, чтобы я запомнил. Ты правда мне духи выбирал? Угу. Слушай, руки-то я забыл помыть. Иди мой. Ну что, уставший шпиц? Вы понимаете, что наведение порчи на отношения супругов — вещь небезопасная? Меня это не пугает. Значит, вы хотите, чтобы она ему опротивила? Да, хочу. Я хочу, чтобы он от нее избавился. Скажите, сколько я заплачу? Не надо.
Я не возьмусь за это. Не можете? Могу, но не буду. Почему? Поверьте, вам лучше этого не делать. И к другим я советую с этим не обращаться. Это я уже сама решу. Да какой там рост? Свалилась на голову, будто, знаешь, кто-то пошептал. Ой, мам, конечно, не поверит, когда скажу, что я в начальнице выбилась. А Глеб твой когда вернется домой? А почему ты спрашиваешь? Ну, как ты не хочешь, чтобы он увидел, как я тут спиртные напитки распиваю. Ой, какие спиртные напитки? Да и потом, ты же моя подруга, ничего страшного. Да? Ну, хорошо. Знаешь что, я хочу сказать пафосные слова. Говори. Да. Ну, на самом деле, я хочу сказать, что жизнь такая штука, знаешь, она людей растаскивает. А вы не поддавайтесь. Держитесь друг за дружку. Хорошо? Хорошо. Давай за вас. Угу. Скажи мне, пожалуйста, о детях вы еще не думали? Нет. Ну, чё ты смеешься? Вы подумайте. Хорошо. Кто вы? Что вам нужно? Успокойтесь, я ваш друг. Если вы пришли за деньгами, то я отдам. Соберу и отдам, так и передайте. Я все помню. Только не надо пальцы ломать. Я здесь не за этим. А за тем, чтобы сделать вам выгодное предложение. Очень выгодное предложение. Марин, что ты от меня хочешь? Я хочу, чтобы ты немедленно остановил свой шуточный брак. Я не могу сейчас этого сделать. Почему? Потому что у Насти скоро день рождения. Давай подожди. День рождения? Ты слышишь, что ты говоришь? Да все я понимаю, Мария. Да ни черта ты не понимаешь! Ты не знаешь, как я лежу дома одна и представляю тебя с ней. Как мне выйти хочется. Я тоже человек. Мария, ну мы же договаривались с тобой действовать по определенному плану. Так или нет? А если она забеременеет? Если у вас будет ребенок? Не будет. Откуда ты знаешь? Заставишь ее сделать аборт? Слушай, ну зачем сразу рассматривать плохой вариант? Потому что это жизнь. Так бывает. Я просто хочу, чтобы мы оставались людьми. И Настя, между прочим, тоже человек. А может быть, ты просто влюбился и не хочешь разводиться?
Мне надо со взрослым поговорить. Так отец в коридорчик сам выйдешь? А можно я послушаю? Ну, это не для детских ушей. А я уже и не ребенок. Я все равно буду смущаться. Ты же вон мужчина. А он? А он мой брат. И он уже привык. Давай. А я тебе потом все расскажу. Что, прям ругаться будете? Не исключено. Ну, дела плохие, как я и предполагала. Он инвалидом останется, да? Я возьмусь за операцию. Шанс есть. Но обнадеживать я не буду. Конечно, мы... А что нам сейчас нужно делать? Сейчас ждать, пока у него все окончательно срастется. А потом мы все вот это сломаем заново и попробуем собрать как надо. Угу. А по деньгам это сколько будет стоить? Ну, давайте пока не будем о деньгах. Пусть он сейчас хорошо питается и продолжает прыгать на своих костылях, чтобы мышцы не ослабли. И главное, чтобы он ничего себе не сломал. А то я знаю этих кадетов. Натурчик в одном месте. Так что вот так. Извини, что не обрадовала. Я поняла вас. Мы будем делать все, что вы скажете. Ну вот, договорились. Спасибо вам. Будем на связи. Сотрудница нашей фирмы. Ты смотришь на нее такими глазами? Какими такими? Ладно, Володь, я уж поняла. Все поняла, а ты продолжай шифроваться дальше. Алло, Марина, извини, я опаздываю, в банке промурыжили. Но я уже к отелю приезжаю. Самсонов, слушаю. Да. Игорь Владимирович, в меня стреляли, попали в водителя. Да. Глеб Анатольевич. Андрей в тяжелом состоянии, но жить будет. Врачи обещали. Позвони его жене, успокой ее. Скажи, что мы подключим лучших специалистов. И пускай не волнуются. Все расходы компания возьмет на себя. Разумеется. Глеб Анатольевич. Владимир Михайлович. Сейчас я надежда только на тебя. Я, конечно, понимаю, что официальная власть сейчас начнет там свои пляски. Но я хочу, чтобы ты этим занялся лично. Узнай, кто за этим стоит. Потихонечку, как ты умеешь. Я понял, Глеб Анатольевич. Проверять всех? Всех. Избранных нет. Порядке. Ты не ранен? У тебя голова не кружится? Что случилось? Слушай, ну мы сейчас сами выясняем, что произошло. Я думал, что, может, перепутали нас кем-то. Ты в порядке? Со мной все в порядке. Успокойся. Я тебя очень люблю. Я тоже очень люблю. Хорошо, я понял. Перезвоню. Водитель пострадал, он нет. Хабарь ждет указаний.
твою мать! Настя притягивает неприятности, как магнит. Марин, остановись. Ну, до того, как она появилась в нашей жизни, ничего здесь подобного не происходило. Где не происходило? В Москве. Слушай, ты сама понимаешь, что несешь какую-то чушь? Мистическую чушь? Это не чушь. Нужно выкинуть ее из нашей жизни. И как мне это сделать? Развестись. И пусть она живет своей жизнью. Еще нужно проверить, не причастна ли она к этому покушению. Ты с ума-то не сходи. Леп, а если бы с тобой что-нибудь случилось? Ну, не дай бог. Она бы осталась единственной наследницей семьи Прохоровых. Молодой, богатой вдовой. Тебя только это и волнует. А ну, конечно. Я же алчная, меркантильная бабенка. Да? Ты так обо мне думаешь? Ты меня за идиота-то не держи. Если гора не идет к Магомету, Магомет сам пойдет к горе. Так, оп. А этот букет вы уже другой девушке? Да нет, для той же. Видать, здорово вы перед ней провинились. Есть такое дело. Мне по два таких букета еще ни разу не дарили. Да какие ваши годы? Еще подарят. Спасибо. Спасибо. Я сам хотел все рассказать. Когда? Как подаришь мне букет? После дня рождения. Чтобы мне его не портить, да? Как это милосердно. Пусть девочка порадуется празднику. Липовому браку, да? А потом в подходящий момент... Я сам хотел во всем признаться, просто не так. Мы с Мариной многого не учли. И совершили глупости. Даже подлости. Милый, я тебя прошу, говори за себя. Я больше не могу это слышать. Настя, Настя! Глеб! Я тебя прошу, не нужно все превращать в Санта-Барбару. Оставь все как есть, а остальное сделают юристы. Зачем? Так-то зачем? Я же тебя просил. Ну, как ты хотел. Отрубать хвост по частям. Thank you.
Что случилось? Настя, миленькая, ну что такое? Ну что, мы хорошие? Ой, моя мир, ну все, тише, тише, тише. Ну. Держи. Спасибо. Можно я у тебя поживу? Конечно, живи сколько хочешь. Спасибо. Только ты маме ничего не говори, хорошо? Ну, придумай что-нибудь, скажи, что у нас ремонт. А ты окончательно уже все решила, да? Что тут решать-то? Тут изначально все без меня было решено. Да. Господи, даже не верится. Ты на Киру зла не держи. Она же хотела как лучше. Я и не держу. Правда, не держу. Но я не понимаю, неужели ты ничего не замечала? Нет. Влюбленная была, как дура. Думала, что вытянула счастливый билет в жизни. Виктория! Здрасте, Володя. Здрасте. А вы, наверное, от Глеба Анатольевича? О, нет. Глеб Анатольевич с вами личными вопросами сам занимается. Я по поводу Гарика. А что случилось? Не получается с операцией? Да нет, как раз наоборот. Александра Михайловна готова прооперировать его в любое время, поэтому попросила морально настроить мальчика. Но мы еще не обсуждали. Не нужно ничего обсуждать. Он имеет право на квоту. Он же сирота. Ему платить ничего не надо. Просто 2 дня назад были у Александры Михайловны, и она нам ничего не сказала. Я знаю. Просто хотел сообщить об этом вам сам. Вот копия вашего свидетельства о расторжении брака. Ознакомьтесь. Все, я теперь свободна. Да, вы теперь опять Окунева, абсолютно самостоятельная гражданка. Вот. Это что? Это компенсация на случай расторжения брака. Должна вам сказать, очень приличная сумма. Можете себя надолго обеспечить. А хотите, можно вложить в какое-то предприятие, акции, например. Это тоже было в завещании Киры Георгиевны? Да, и это тоже была ее воля. Но Глеб Анатольевич настоятельно просит, чтобы вы это приняли. А мне от них ничего не надо. А эти деньги отдайте в детский дом, там они нужнее будут. Ну, тогда вам придется подписать официальный отказ. А откуда вы знали, что я откажусь? А я и не знал. Просто у меня всегда заготовлены 2 варианта. На всякий непредвиденный случай. Допустим, как этот. Зря вы так, Настя. Не горячитесь. Жизнь-то долгая. Мало ли что. Я погорячилась, когда замуж вышла. Прошла? Она все подписала. И отказ от положенной компенсации тоже. Ну, это же неправильно. Так, ладно. Ну, куда? Попробую ей все объяснить. Да нет, что вы, не ходите. Поверьте, мне будет хуже. Дайте ей время.
Привет, Настена. Я тут тебе новых газеток принес. И гостинцев разных. Держи. А то ты тут на заимке совсем в лесную кикимру превратишься. Ух. Ну ты пойми, испокон век так заведено. Негоже одной молодой бабе в лесу среди волков и медведей. Кто мне запретить-то может? Господи, девка, а зима начнется. Что делать? Здесь же околеть можно. Никто не спохватится. Значит, судьба такая. Ну, прах тебе возьми. Господи. Никто мне не нужен. Так проживу. Что касается покушения, все нити ведут в одно место. Горохов. Но прямых доказательств нет. Все через подставных лиц. То есть предъявить мы ему ничего не можем? Пока да. И еще, по Самсонову скрылись интересные факты. Ну да, миленько так. Няшно. Я не хочу, чтобы было миленько и няшно. Я хочу, чтобы у меня было бомбически и офигенно. Ну, ты знаешь, одна моя знакомая, вот у нее, допустим, карету жениха и невесты вообще зебры везли. И было просто отпад. Зебры? Это что-то типа символа, как жизнь, полоска белая, полоска черная? Нет, это никакой не символ. Это просто очень круто, и все издания об этом писали. Нет, я думаю, что Глебушка не согласится на зебру. Он все-таки очень консервативен. Ну, тогда можно придумать что-нибудь в классическом стиле. У меня, кстати, есть один дизайнер, он, конечно, просто бомба. Очень дорогой, да? Да, не в этом дело. К нему не прорваться. Но я думаю, мне он не откажет. Вернее, моему мужу. Правда? Угу. Ура! Нет, ну что вы, ну вы прямо изведетесь. Я не могу успокоиться никак. Ну что ж нам так долго-то эта операция длится? Жалко, моя сестра, она прекрасный хирург, она все сделает хорошо. Господи, хоть бы только все у нее получилось, и такой мальчишечка хорошим, понимаете? Мало того, что он без родителей остался, Виктор еще аж может инвалидом стать. Что вы? Не будет он инвалидом, все будет хорошо, она все сделает. Правда, ну не изводите вы так себя, я вас очень прошу. That problem with land is still not solved. Господин Чун крайне обеспокоен тем, что проблема с земельными участками до сих пор не решена. Дело в том, что в России все делается не так быстро, как хотелось бы. Irakli promises that there's no... You've been feeding me promises for long time. You have 2 weeks. Well, we will cancel this deal. Господин Чун заявляет, что если через 2 недели вопрос не решится, то сделка отменится. Послушайте. Нет, ну постойте, господа! Хабарь должен решить эту проблему и разобраться с этим киллером. Как его? Турист. Турист! Это его проблема, а значит и твоя. И если... Ну что, как? Танцевать будет. Правда, не сразу. Спасибо вам. Ой, спасибо вам большое. Выздоравливайте. Спасибо вам еще раз. Я же говорил. Пойдем. Ты готов? Угу. Тогда, пожалуйста, садись.
Смотри, это фантазия на тему древних Афин. Тебе не нравится? Я этого не сказал. Если бы ты знал, с каким трудом мне удалось выцепить этого свадебного дизайнера, у него просто очередь на целый год вперед расписана. Значит, нам повезло? Да. Это будет настоящее театрализованное представление. Только статистов 100 человек, но не все в костюмах. И музыканты. Целое столпотворение. А, Марин, а вот это что? А это наша с тобой свадебная колесница. На ней мы совершим круг почета под фанфары. А на голове у меня что? А на голове у тебя венок Аполлона. Здорово, правда? Марин, ну зачем устраивать этот исход народов? Как-то это нескромно. Нескромно. Да, конечно, можно же пойти в ЗАГС, расписаться и после поесть фастфуда. Но мы же не царственные чета. Да! Я выхожу замуж один раз. А ты... Ты, по-моему, просто меня разлюбил. Марин! Я бьюсь, бьюсь, как будто мне одной только это нужно. Знаешь, если тебе что-то не нравится, организовывай все сам. Марин, ну пожалуйста, не глупи, ты куда? Я ухожу к Зине, и ночевать я останусь там. И не надо за мной ходить. Глебушка, я это запомню. Когда я смогу ходить? Ну, всему свое время. Сейчас самое главное, чтобы все кости правильно срослись. А для этого нужно соблюдать режим, поменьше ерзать и есть побольше творога. Ненавижу его. Знаешь что? Будешь делать все, что тебе сказали. Гарик, а я вот творог ем по несколько раз в день, да? И в детстве ели. Ну, а как же? Откуда у меня такие крепкие зубы и кости? Неужели от него? От него. От него родимого. Врач подтвердит, а врач врать не будет. Ну ладно, уговорили. Только чертворог сладкий. Да, Марин. Извиниться не хочешь? Марин, а мне не за что перед тобой извиняться. Ты взрослая девочка. И приняла решение, ушла. Ну,
Если я погорячилась? А мне кажется, мы вообще с тобой погорячились. Во всем. А, так может быть, нам вообще свадьбу отменить? Здравая мысль. Давай так и поступим. Ты хорошо подумал? Слушай, ну мы же с тобой разные. Абсолютно разные. Что? Не могу сейчас говорить, давай позже перезвоним. Бросил трубку? Да. Представляешь? Я бы такого не спустила. Я вообще не понимаю, он что-то такое говорил? Так, значит, сейчас наберись терпения и вообще ему не звони. Это пусть он тебя добивается. Но ты помочь его немного. Что? Ну не сдавайся сразу. Понимаешь, у них перед тем, как окольцеваться, начинается такой мандраж. О боже, я потеряю свою свободу. Ну ей-богу, они как дети. Я понимаю, что в ваших глазах подонок. Но скажите, пожалуйста, где находится Настя? Ну, она у вас же жила? Жила. Но я не знаю, где она. Ну, как она что, встала, ушла, не сказала, куда? Глеб Анатольевич. Я просто хочу с ней поговорить, по-человечески объясниться. А вы думаете, этот разговор что-то решит? Я не знаю. В одно утро она собрала все свои вещи, написала записку с благодарностями и извинениями и исчезла. Ну, понятно, вы вообще не хотите мне говорить. Ну, извините, что к вам пришел. Если вы узнаете, вы мне сообщите? А вот так? Сообщите? Слушайте, что вы делаете? Встаньте, ради бога, а? Я не встану. Пока не скажете. Ну, я правда не знаю, где она. Она мне не отчитывается и не докладывает. Не, ну что, мне клясться, что ли? Встаньте. Встаньте, пожалуйста. Ее карточка есть в отделе кадров. Мне кажется, он все знает. Кто? Глеб Анатольевич? Да. А еще этот Буров. У меня от него мурашки по коже. Он все время с какими-то вопросами ко мне цепляется. Послушайте, любезно, если у вас такая чувствительная кожа, зачем вы влезали в азартные игры? Нашли бы себе что-нибудь поспокойней. Шахматы или бег трусцой. Знаете, меня сейчас не до шуток. А никто и не шутит. Мы же твои карточные долги, кажется, погасили. Да или нет? Да. Вот. Значит, свою часть сделки мы выполнили, так что перестаньте паниковать. Согласитесь, и мы вправе рассчитывать на то, что и вы одолеете свою часть сделки. Короче так, ты наш, с потрохами. Тебе ясно? А вот если ты рот откроешь... Зачем же вы так? Игорь Владимирович уже давно все понял, правильно? Так что следуйте нашим указаниям, и ваши дети запомнят вашу счастливую улыбку. Удачи! Здрасте. Здорово, коль не шутишь. Вы меня, может, помните, я сын Киры Прохорова. Как-то мы приезжали. Прохоровы? Да, помню. А зачем пожаловал? А Настю Окуневу ищу. Это же ее дом там. Ее дом. Она не появлялась? Нет, я ее не видел. С тех пор, как она укатила в Москву, больше не появлялась. Послушайте, я перед ней сильно виноват.
Рад бы помочь, но... Ну, может, хоть записку от меня передадите? Записку? Если она тут объявится, попробую. Хорошо, я быстро. Сейчас. Разговаривать он не хочет. Так, может, хоть почитает. Может, и прочтет. Кто этих баб разберет? И вам не хворать. Бывший муж. Настя! О, Степаныч, как раз к обеду. Держи. О, спасибо. Нет, сыт, спасибо. Вот еще... От твоего бывшего. Сегодня приезжал, искал тебя. Чего сказал? Он или я? Ну, Степаныч, ты, конечно. Взял грех на душу. Какой еще грех? Соврал, что ты в деревне не появлялся, я тебя не видел. Степаныч, ну, с тебя не убудет. О, ну не скажи. Неизвестно, какая капля перевесит. То ли в рай направит, то ли вон... На сковородку жарится. Степаныч, ты с каких пор таким правильным стал? Я слышала, ты в молодости ни одну девку не пропускал. О, врежут люди. Из зависти врежут. Сила была мужская, брать не стану. Ох, несла на меня, как волны ялик, во все тяжкие. Но тот грех был невеликий. Потому что все было по обоюдному согласию. Да и нравился я бабам. Что же, отказывать им? Степаныч, хватит басен. Ну, ты начала сама. Ты вот лучше скажи, долго ты здесь куковать собираешься? Ну, поживу пока. Здесь тихо, красиво, и людей нет. А в деревне болтают, что ты после Москвы свихнулась, сектанткой стала, ведьмачкой. Ну, пускай брешут, раз им так жить веселее. Вообще-то он мужик видный. Может, как-то сладится у вас. Знаешь, чего в жизни не бывает? Вон у меня с бабкой моей такое бывало. Вспомнить совестно. А ничего, прожили, упокой ее душу. С прошлым покончено. Нечего об этом. Самсон встречался с Гороховым. С какой целью? Цель не знаю, но после этой встречи карточные долги Самсонова чудесным образом оказались оплачены. Так он у нас игрок. И еще я пробил звонки всех сотрудников и людей, приближенных лично к вам. Что-то выяснилось? Выяснилось, к сожалению.
маркером выделены звонки Горохову. Так, Самсонов. Марина. Марина. За час до покушения. Настя, беспредельно перед тобой виноват. Только сейчас начинаю понимать, что натворил. Можешь ругать меня последними словами, все они подойдут. Со всеми я буду согласен. Я знаю, что не смею ничего просить у тебя, и все же сделаю это. Дай мне шанс встретиться с тобой, попытаться все объяснить. Хотя бы только это, поскольку на все другое я уже точно права не имею. Прости. Еще раз прости. Я буду ждать. Сам, я лишь страхую тебя. Нечего страховать. Доктор сказал, надо нагрузку давать. Правильно, дядь Володь? Гарик, разумная нагрузка. У меня все записано. Спасибо, что довезли. И вообще, вы же к нам еще придете? Ну а как же, поправишься, еще футбол играть будем. Я скоро начну бегать. Учтите, за мной не заржавеет. Учтем, с меня мяч. Аккуратно. Я перед вами в таком долгу, если бы не вы. Да ну что, бросьте. Это все сестра, ее старание. Может быть, вы подниметесь к нам? Я вас с мамой познакомлю. С мамой? Можно? Можно. С мамой это хорошо. Хорошо. Заказчики иногда меняют правила игры, а я этого не люблю. Как твое имя? Зачем тебе? Спасибо сказать. Турист. Спасибо, турист. Воспользуйся флешкой по уму.
Алло, это я. Ты можешь спуститься? Я у твоего подъезда. Нет, я не могу подняться. Почему без цветов? Я по делу. Можешь мне объяснить вот это? Что это? Это звонки Горохова тебе и твои ему. Ты что, за мной следил? Я свободный человек и могу общаться с тем, с кем я захочу. Почему Горохов звонил тебе в день, когда в меня стреляли? Он просто хотел пригласить меня в ресторан. И что ты ему ответила? Я ему ответила, что я уже в ресторане. Я сидела и тебя ждала, а ты, как обычно, опаздывал. То есть он знал, в каком ты ресторане, и знал, что ты ждешь меня? Слушай, я не помню. Я не помню, что именно я ему говорила. Это был трёп. Просто трёп. И вообще ты не имеешь никакого морального права меня в чем-то обвинять или ревновать. Я терпела твою Настю. Горохов ко мне лип, как банный лист. Мы несколько раз с ним посидели в баре, пока ты изображал семейную идиллию. А пару раз это сколько? Это важно? Послушай, даже если бы что-то было, ты со своей Настей по ночам не в шашки играл. Послушай, если бы ты была разборчива в своих знакомствах и держала бы свой язык за зубами, все могло быть иначе. Иначе это как? В меня бы не стреляли. Водитель бы не пострадал, а у него, между прочим, двое маленьких детей. А, то есть это я во всем виновата? Да никто тебя ни в чем не обвиняет. Просто хотел убедиться, что... Что? Да не важно. А больше ты ничего не хочешь? Мне кажется, мы все уже решили. Извини, что занял твое время. Он в коме. Врачи никаких гарантий не дают. Ну, какие-то прогнозы есть? Ну, Зин, ну какие прогнозы? Ну, в лучшем случае, он будет овощем до конца своей жизни. Понимаешь? Да, Марина. Ой, не успела ты. Я могла бы быть женой. Ну, просто Глеба очень жалко. И это все из-за бизнеса, наверное. Второй раз уже. Да какая разница, из-за чего? Ну... Вообще, по чесноку вы уже порвали. И он тебя бросил. Мы могли бы быть с ним вместе. Мы бы помирились. Марин, ну не глупи. Глебу уже не поможешь. А наш девичий век, он короток. Если бы он не дернулся за телефоном, то все. Откуда я мог знать? Я понимаю, обстоятельства. Вот именно, обстоятельства. Черт, у меня никогда такого не было. Дернулся. Это его и спасло. Он может не выйти из комы, я узнавал.
Может. Или вы хотите, чтобы я довел дело до конца? Простите. Чертов диабет. Хотите конфетку? Очень вкусные, мне специально готовят. А что касается довести до конца, я думаю, пусть остается все как есть. А что с туристом? Пропал. Я так думаю, что его уже и в стране нет. Да. Может, и вам последовать его примеру? Правда, ты? Я. Ты меня хорошо видишь? Как в тумане. Но это пройдет. Я. Я знала. Я знала, что ты сможешь. Нет, нет, не вставай, не вставай. Доктор тебя еще должен осмотреть. Ты давно здесь сидишь? Почти месяц. Месяц? Вот, Игорь Владимирович, все подготовили, как вы и велели. Спасибо. Весь пакет документов по участку готов. Да. Да, я лично все просмотрел. Спасибо за хорошие новости. Назначай встречу Чуню. Будем брать этого китайского быка за рога. Как ты узнала, что я здесь? Степаныч увидел криминальные новости. Вот Степаныч, и не. Долго меня готовил, что-то плел про войну, про ранение, а потом выдал мне. Твоего бывшего подстрелили, но он жив. А ты что? Что-что, я не поверила деду. Побежала в райцентр, зашла в библиотеки, в интернет, нашла эти самые криминальные новости и разревелась. Это хорошо, что разревелась. А долго это продолжалось? Что продолжалось? Ну, оплакивание меня. Я тебя сейчас стукну. Нет, меня бить не надо, я болею. Это есть только потом. Ну вот, а потом помчалась в Москву, Вика меня приютила. Мы через Александру Михайловну, это сестра Бурова, связались с главврачом этой клиники, чтобы он разрешил мне здесь находиться. Ты меня сможешь простить? Я давно тебя уже простила. Ты выйдешь за меня замуж второй раз.
ты его любишь? Сказать «люблю» несложно. Это всего лишь слова. Что же тогда делать? Наверное, слушать свое сердце. Алло, Владимир Михайлович, здрасте. Боже мой, Глеб Анатольевич. Как же я рад вас слышать. Я тоже очень рад тебя слышать. Спасибо за беспокойство. Над здоровьем будем работать. Скажи, а что с компанией? Не развалилась еще? Вот даже как. То есть я вовремя очнулся. Да ты не горячись, Самсонов свое получит. Поверь мне, ему недолго бегать осталось. А сейчас у меня к тебе будет одна неотложная просьба. Friends, господа, спешу сообщить вам, что мы, как и обещали, решили все наши проблемы с земельным участком под наш проект. Mr. Горохов says that all problems with the land are solved. Сделка состоится. И уже через несколько дней мы все-таки подпишем договор. Словом, можно обсуждать дальнейшие шаги к взаимовыгодному сотрудничеству. Ну, а теперь по старой русской традиции, как полагается, мы обязательно должны тяпнуть. То есть выпить. Drink! The gentlemen are offering to sign the agreement to discuss the next steps in the traditional Russian way. Гражданин Горохов Александр Ефимович. Да. А в чем, собственно, дело? Вы арестованы за организацию покушения на гражданина Прохорова Глеба Анатольевича. Да это недоразумение какое-то. Гражданин Гаргаза Ираклий Гурамович. Да, имею счастье быть им. Вы также арестованы за организацию покушения на гражданина Прохорова Глеба Анатольевича. Я? Также вы подозреваетесь в причастности к убийству Сухотина Ивана Павловича, также известного как Хабарь. Я первый раз слышу это имя. Но я всегда готов сотрудничать со следствием по этому вопросу. Черт возьми, это какое-то недоразумение. Я и убийство. Послушайте, передайте, пожалуйста, мистеру Чуню, чтобы все прояснится в ближайшее время. Мы чисты! Это происки конкурентов. Сегодня ты сделал намного больше шагов. Доктор тобой очень доволен. А ты довольна? А я тем более. А, господи, как же хорошо, что ты у меня есть. А... Мне кажется, я только теперь начал понимать свою маму. Она знала меня лучше, чем я сам. Я ее очень часто вспоминаю. Если бы не она, у меня сложилось бы все по-другому. А ты бы этого хотела? Я не понимаю, как она могла это все предвидеть? Сердцем. Материнское сердце – самый точный прибор.
Ты знаешь, я так испугался, когда понял, что люблю тебя. Ага. Испугался? Почему? Не знаю. Наверное, я был не готов к этому. Ты когда уехала, весь мир рухнул. Я запаниковал, не знал, что делать, пытался как-то себя загрузить. Таких, как ты, больше нет. И мне очень повезло. Незаслуженно повезло. Согласен. Ну, почему ты улыбаешься? Про гадалку вспомнил. Ну и что гадалка? Ну, права была. Насчет чего была права? Счастливым для меня будет второй брак.